Друзья, привет, хай! Приветствую вас на канале «Английский язык по листам». Продолжаем наш плейлист и наш список глаголов. Итак, следующий глагол – это «представлять», «воображать». Это глагол «imagine». «Imagine». Например, «я не могу представить свою жизнь без этого». «Я не могу представить» – «I can't imagine» – «свою жизнь». То есть мою жизнь, my life, без этого, without it. I can't imagine my life without it. Столько много людей не могут представить свою жизнь без компьютера. Столько много людей, so many people. Люди исчисляемые, поэтому many. Many используется, когда множественное число, видите, исчисляемое. So many people не могут представить, can't imagine свою жизнь, то есть их жизнь, their life, без компьютера. Без, without, компьютер будет computer. Но, разумеется, нам нужны наши любимые артикли, да? Единственное число исчисляемое, поэтому a. Without a computer. Without a computer. То есть не без конкретного этого компьютера, а вообще без компьютера какого-то, поэтому a, without a computer. So many people can't imagine their life without a computer. Скажем по-другому. Столько много людей не могут представить свою жизнь без компьютеров. Что изменится? Столько много людей, so many people, не могут представить, can't imagine свою жизнь, their life, без компьютеров. Без. Without компьютеров, computers. Видите, здесь множественное число. Уже артикль неоправданный не нужен. А оправданный артикль тоже не нужен, потому что вообще компьютеров. То есть вообще в целых. Не именно этих или тех, а вообще компьютеров. Поэтому здесь не нужно. So many people can't imagine their life without computers. Далее, другая конструкция. Действительно сложно представить нашу жизнь без интернета. Действительно сложно. Действительно. It's really сложно, difficult представить, to imagine нашу жизнь, our life, без интернета. Без, without, интернета, the internet, without the internet. It's really difficult to imagine our life without the internet. Видите, говорят именно the internet. Мы тоже с вами по умолчанию так и говорим, как обычно принято. It's really difficult to imagine our life without the internet. Следующий глагол – двигаться. Двигаться будет move. Move. Они двигаются очень быстро. Они двигаются – they move очень быстро. Very – быстро. По умолчанию используем слово quickly. Quickly, быстро. They move very quickly. Они двигаются очень медленно. Не двигаются. They move очень медленно. Very slowly. They move very slowly. Я чувствую, что мы можем сдвинуть горы вместе. Я чувствую, что... I feel that мы можем, we can, сдвинуть, move, горы, значит, сдвинуть горы, такое выражение, move the mountains, вместе, together. I feel that we can move the mountains together. Следующий глагол, вести себя, behave. Behave. Вопрос. Как он себя ведет? Как? How? Он себя ведет. То есть он. Does he себя ведет? Behave. How does he behave? Imagine. I can't imagine my life without it. So many people can't imagine their life without a computer. So many people can't imagine their life without computers.
It's really difficult to imagine a life without the internet. Move. They move very quickly. They move very slowly. I feel that we can move the mountains together. Behave. How does he behave? Иногда они ведут себя очень плохо. Иногда sometimes они ведут себя they behave очень плохо. Very badly. Sometimes they behave very badly. Следующий глагол инвестировать, вкладывать, invest, invest. Он хочет вложить эту сумму денег. Он хочет, he wants, вложить, to invest, эту сумму денег. Эту сумму, this sum, денег, ведь принадлежность означает of, поэтому of money. Эта сумма денег, this sum of money. He wants to invest this sum of money. Я хочу вложить эти деньги. Или также можно перевести, я хочу инвестировать. Я хочу. I want вложить to invest эти деньги. This money. I want to invest this money. Я хочу вложить свои деньги в этот проект. Я хочу. I want вложить to invest свои деньги, my money, в этот проект. В, in, этот проект, this project. I want to invest my money in this project. Они хотят вложить эту сумму денег в тот проект. Они хотят, they want, вложить, to invest. Эту сумму денег, this sum of money, в, in, тот проект, in that project. They want to invest the sum of money in that project. Я не готов вкладывать эту сумму денег прямо сейчас. Я не готов. I'm not ready вкладывать. Видите, неопределенная форма, значит, to ставим, ready to, вкладывать, invest, эту сумму денег, this, сумму денег, sum of money, прямо сейчас, right now. I'm not ready to invest the sum of money right now. Или, например, вот тоже сейчас в голову пришла какая-то мысль, например, кто-то хочет сказать, я хочу вложить эти деньги в бизнес. Я хочу. I want вложить to invest эти деньги, this money, в бизнес. Так и будет. In business. In business. То есть не в какой-то конкретный бизнес, а вообще в бизнес. В целом бизнес, поэтому артикль не нужен. А если, например, в этот бизнес, то либо in this business или в тот, in that business, а здесь не нужно. I want to invest this money in business. Следующий глагол поддерживать. Support. Support. Вопрос. Ты поддерживаешь эту идею? Ты поддерживаешь? Do you support эту идею? This idea. Do you support this idea? Sometimes they behave very badly. Invest. He wants to invest the sum of money. I want to invest this money. I want to invest my money in this project. They want to invest this sum of money in that project. I am not ready to invest this sum of money right now. I want to invest this money in business. Support. Do you support this idea? Я не поддерживаю это решение. Я не поддерживаю. I don't support это решение.
this decision. I don't support this decision. Вопрос. Кто поддерживает эту идею? Кто поддерживает? Who supports эту идею, this idea? Мы с вами помним, видите, когда кто и глагол, то здесь не ставится. Видите, в настоящее время не ставится вспомогательный глагол, поэтому who supports this idea? Далее, вот такое предложение. Чья идея тебе нравится больше? Здесь это вопросительная конструкция. Чья, чей, то есть whose, плюс как чей, чья, чье, и относящееся слово. То есть чья идея, whose idea, далее как обычно вспомогательный глагол и так далее. То есть тебе нравится, do you like, больше, more. Whose idea do you like more? Вопрос. Чью идею ты поддерживаешь больше? Чью идею, whose idea, ты поддерживаешь, do you support, больше, more? Whose idea do you support more? Далее, очень важный глагол продолжать. Continue, continue. И как ты скажешь? Я хочу продолжать изучать английский. Я хочу. I want продолжать to continue. Правильно ли так сказать? Изучать английский, learn English. Вот смотрите. Обычно говорят именно так. Смотрите, continue и глагол с инговой формой. То есть continue doing. Continue doing something. Продолжать что-то делать. Также грамматически возможно сказать continue to do. Это грамматически также возможно, но обычно именно с инговой формой, поэтому по умолчанию также мы не забываем поставить именно инг форму и сказать I want to continue learning English. Это очень важный момент. Continue doing something. По умолчанию именно так используется. Далее. Скажем. Я продолжаю изучать английский здесь. Я продолжаю. I continue изучать английский, learning English, здесь, here. I continue learning English here. Я хочу продолжить работать здесь. Я хочу продолжить. I want to continue работать здесь, working here. I want to continue working here. Я хочу продолжить говорить об этом. Я хочу продолжить. I want to continue говорить об этом. Значит, говорить о, значение обсуждать это talk. Поэтому talking об этом, about it. I want to continue talking about it. Мы продолжаем смотреть этот плейлист. Как мы с вами скажем, we continue смотреть, watching этот плейлист. This playlist. Если какое-то видео, фильм, то используем watch. We continue watching this playlist. Я хочу продолжить смотреть это видео. Я хочу продолжить. I want to continue. I want to continue. Смотреть это видео. Смотреть. Watching это видео. This video. I want to continue watching this video. Let's repeat. I don't support this decision. Who supports this idea? Whose idea do you like more? Whose idea do you support more? Continue doing something. I want to continue learning English. I continue learning English here. I want to continue working here. I want to continue talking about it. We continue watching this playlist. I want to continue watching this video. Следующий глагол – получать. По умолчанию используя неправильный глагол get. Получать. Вопрос. Сколько денег ты хочешь получать? Сколько денег? How much money ты хочешь? Do you want получать to get? How much money do you want to get?
Я не чувствую, что я получаю достаточно денег, потому что цены такие высокие в наше время. Я не чувствую. I don't feel. Что? That. Я получаю. I get. Достаточно денег. Enough money. Потому что. Because. Цены такие высокие. Цены. The. Prices. Такие высокие. Are so high. В наше время. Сейчас это now, а в наше время nowadays. Nowadays. Именно the prices. Видите, в этом контексте имеется в виду как раз вот цены, вот в наше время. Вот, конечно, встречается также иногда просто prices, но обычно именно говорят the prices are so high nowadays. Именно конкретные цены, это как раз для этого контекста. Поэтому, соответственно, the тоже по умолчанию используем. Если просто prices, то вообще непонятно какие. А это именно как раз для этого контекста нашего, поэтому the prices are so high nowadays. I don't feel that I get enough money because the prices are so high nowadays. В принципе, давайте еще для практики скажем по-другому. Действительно, цены такие высокие в наше время. Действительно. Это вводное слово really. Really. Цены. The prices. Такие высокие. Are so high в наше время nowadays. Nowadays. Really, the prices are so high nowadays. Если в единственном числе мы с вами сказали бы the price is so high. Здесь просто по аналогии даже во множественном числе. The prices are so high. Really, the prices are so high nowadays. Отлично. Далее. Следующий глагол. Удалить или удалять. Delete. Delete. Но, в принципе, здесь также еще давайте для практики вот несколько полезных выражений разберем. Вы смотрите, можно сказать каждый день. Это every day. Every day. Например, я получаю так много писем каждый день. Я получаю I get так много писем. So many. Letters every day. Letter – это письмо. Ведь so many, many, потому что исчисляемо. Можно посчитать. Одно письмо, два письма и так далее. Потом so many. I get so many letters every day. Можно другое слово использовать ежедневно. Ежедневное слово daily. Daily. Например, я получаю так много имейлов каждый день. Или ежедневно. Давайте ежедневно здесь тренируемся, скажем. Я получаю I get так много имейлов. So many emails ежедневно, daily. Часто пишут вместе, но также встречается и через дефис, это тоже возможно, и так, и так. I get so many emails daily. Я получаю так много сообщений ежедневно. Я получаю I get так много сообщений. So many сообщений, messages ежедневно. Daily. I get so many messages daily. И как раз следующий глагол delete. Удалять. Ты можешь удалить этот файл. Ты можешь. You can. Удалить. Delete этот файл. This file. You can delete this file. Я хочу удалить эту программу. Я хочу. I want удалить. To delete эту программу. This program. I want to delete this program. Не удаляй это. Вот не, это don't и глагол. Если удаляй это, мы скажем delete it. Delete it, удаляй это. То есть просто мы говорили, когда повеление, глагол без изменения. Если не, то don't и глагол. Don't и глагол. Получается don't delete it. Don't delete it. Например, не удаляй эти файлы. Не удаляй. Будет don't удаляй delete эти файлы. These files. Don't delete these files.
get. How much money do you want to get? I don't feel that I get enough money because the prices are so high nowadays. Really, the prices are so high nowadays. I get so many letters every day. I get so many emails daily. I get so many messages daily. Delete. You can delete this file. I want to delete this program. Don't delete it. Don't delete these files. Еще давайте один глагол здесь разберем. Переводится как положить, класть, ставить. Это глагол put. Put. Ты можешь положить это здесь. Ты можешь, you can, положить это, put it, здесь, here. You can put it here. Ты можешь положить свою сумку здесь. Ты можешь, you can, положить свою сумку, положить, put, свою сумку, your bag, здесь, here. You can put your bag here. Ты можешь положить эту коробку на пол. Ты можешь, you can, положить эту коробку, put this box на пол. Это фраза on the floor. On the floor. You can put this box on the floor. Let's repeat. Put. You can put it here. You can put your bag here. You can put this box on the floor. My friends, thank you very much. We continue this very important list.